Йоу, это фристайл от Розе. Всем привет, с вами Розе, и это Mad World, Echo of Darkness. Не знаю, буду ли я в это играть, но посмотрим. Респект всем моим подписчикам, это фристайл от Розе. Эй, привет, мой друг, как твои дела? Зашел на видео, поставил лайк, по-любому поставил лайк, потому что я Розе, я тебя знаю. И мне не все равно на тебя, потому что это игра, мы вместе в ней по жизни идем, никому нет дела, какая-то дичь мне кажется. Окей, привет всем пацанам и девчонкам, которые зашли на видео, поставили лайк. Привет, друзьяшки, как ваши дела? Скажи привет и просто протяни руку, мы с тобой вместе, позови подругу. Никому не дело до того, что ты смелый был когда-то непременно в этом мире пенном. Тебя затянуло в пучину, никому не дело. Ты залез в эту трясину, это MMORPG, это Mad World, мать вашу. Я не знаю, что это за дичь, это 2D какой-то браузер трэшак походу. Короче, ладно. Привет, заходящий на видео человек. Это Розе. И вот мы нажимаем игру. Можно, конечно, купить какие-то паки, которые там от 10 долларов и выше. Но как бы я фри игрок, это не для меня. То мы стартанем после 26 числа. Но если ты хочешь стартануть раньше, купи пак. Потому что я смотрел про эту игру, что это типа какая-то бездонатная игра там с кастомизацией что-то. Или это не про эту игру смотрел. Столько уже ММО пересмотрел, что не могу уже. Короче, пиши свой комментарий, что ты думаешь об этой игре, будешь ли ты в нее залетать и играть, потому что уже все 21 числа стартанули, кто купил пак там за 100 долларов. И уже давно чилят в этой игре, играют, тут нет автобоя, игра браузерная, видно, ну и на планшетах можно будет играть в нее. Очень интересно твое мнение, потому что я ничего не знаю об этой игре, посмотрел пару стримов других челиков. И оно мне как-то что-то не заходит вообще, вот этот мир, который 2D, он 2D. Ладно, пиши свое мнение. С тобой твой друг Розе, всем до новых встреч.